Сезон ремонтных работ традиционно длится с мая до середины октября. В нормативное состояние приведут как региональную, так и муниципальную дорожную сеть. На эти цели из бюджетов всех уровней планируется выделить около 39 миллиардов рублей. Так, областные власти намерены начать проектирование обхода Ленинско-Кузнецкого, строительство автодороги Шарап-Восточный. На постоянном контроле строительство северо-западного обхода Кемерово. Все работы там выполняются в строгом соответствии с планами, подчеркнул губернатор Сергей Цивилев. Одним из ключевых достижений в дорожной сфере региона за последние 5 лет стало открытие дороги Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Новокузнецк. Модернизированная трасса протяженностью 124 километра продолжила новую магистраль Кемерово-Ленинск-Кузнецкий. Время в пути между двумя крупнейшими городами Кузбасса, где сосредоточен основной промышленный потенциал региона и живет более 80% населения области, сократилось до 100 минут. Продолжится работа в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в планах отремонтировать 120 километров автомобильных дорог и более 700 погонных метров мостовых сооружений. На эти цели из бюджета всех уровней планируется направить более 7 миллиардов рублей. На приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог в муниципалитетах будет направлено 1 миллиард 334 миллиона рублей из областного бюджета. Это позволит значительно улучшить состояние 64 километров дорог и сделать их более безопасными. Более 7 миллиардов рублей власти региона направят на капремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения. В 2023 году планируется привести к нормативу 112 километров автодорог. Еще около 152 миллионов рублей направят на внедрение интеллектуальных транспортных систем в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях.